Здравствуйте, мои дорогие подписчики, подписчицы и гости моего канала «Девочки». Это заключительное видео о образах Дейл из Америки, о замечательной яркой женщине, которая уже за 60. Если вы не видели два предыдущих, зайдите, посмотрите. Там есть что посмотреть, уверяю вас. Не обязательно все это носить, а просто какие-то идейки для себя почерпнуть даже нужно. Итак, присаживайтесь, как всегда, поудобнее, девочки, наливайте себе чашечку кофе или чая. И если вы завтракаете, то приятного вам аппетита, если ужинаете, то тоже. В общем, отдыхайте. И давайте попробуем пообсуждать с вами каждый образ в отдельности. В этом видео я подобрала для вас более носибельные на каждый день вещи, как мне кажется, женщинам в возрасте, и не только в возрасте подойдет, любым смелым женщинам, которые не стесняются себя показать, достойно и красиво, и любят стиль Боха, им эти образы должны понравиться. И несмотря на то, что некоторые из них не вот в этом году были созданы, а немножко раньше, года 2-3 назад, там 4, может быть даже, но они остаются актуальны и по сей день. И модны, и стильны, эффектны, и ярки. Шляпки, конечно, эти не для меня, я их на себе не представляю, но просто показала как пример. А вот сочетание ярко-лимонного пыльничка с фиолетовыми брючками свободного покроя в стиле Боха мне очень нравится. Как и вот этот вот пиджачок, тоже можно надеть его с широкими брючками, он же будет смотреться не классическим, а в стиле Боха. Кстати, расцветка пиджачка шикарная. Темные тона я с некоторых пор не ношу совсем, они мне не идут. А вот сочетание классическое черно-белое с красным мне очень нравится. Здесь, девочки, обращаем наше внимание на укороченные брюки очень интересного фасона, ну и, конечно, аксессуары. Ну, вот такая белая накидка пойдет абсолютно каждой женщине. Единственное, если вы более крупных размеров, естественно, нужно спрятать животик, поэтому спереди мы делаем подлиннее. Девочки, очень мне понравилась идея шарфа-трансформера. Вы видите, его можно носить по-разному. Может быть, в виде укороченного пончо, а может быть, надет как безрукавка. А эту вещь я бы сделала чуть подлиннее, сняла бы вот эти вот полосатые чулки, я не знаю, или гольфы. И вполне носибельная вещь. Ну, как и в этом случае, я бы, наверное, на улицу не рискнула надеть вот такие вот горохами лосины. Но это я примеряю к себе и в качестве носибельности. Ну, а в этом образе я бы ничего не убирала. Платье, рубашка в клеточку бордово-черного цвета в сочетании с джемпером в широкую полоску того же цвета. И украшения, брючки. В общем, мне здесь все нравится. Ни добавить, ни убавить. Никогда не выходящий из моды горох. Мой любимый, думаю, что и ваш тоже. Ну и, конечно, вот такие вот девочки без рукавки, длинные в пол. Они очень стройнят полных женщин. Обратите внимание, у вас впечатление создается, что видна только серединка, которая как бы визуально делает вас намного стройнее. Вот этот образ мне не очень понравился, поэтому я о нем ничего не буду говорить. А вот следующий
На мой взгляд, более симпатичный. Как вам? Пишите. Он осенний-весенний, а для кого-то, может быть, даже и зимний, у кого теплая зима. А здесь мне очень понравилась валенная безрукавочка, но я бы, наверное, заменила низ на брюки широкие, но это уже был бы мой образ. Следующий образ я бы на себя тоже не примерила. Он, ну, я не могу представить себе, как трикотаж тонкий сочетается с теплой безрукавкой. Ну, в общем, это как-то не мое. Здесь мне понравилась красивая ручная роспись на шелке натуральном. А вот следующий образ, обратите внимание. Здесь представлено длинное в пол платье, которое можно носить и так, как говорится, и сяк. С одной стороны, там, допустим, со спинки оно черного цвета, а со второй стороны оно ярко-малинового цвета. И когда мы хотим казаться разными и делать вид, что у нас очень много одежды, то это выход. А вот это платье, как мне кажется, почему-то мне так кажется, девочки, пишите свое мнение, что оно пойдет на любой размер. И на крупных женщин, и на таких, как Дэйв, стройненьких. Ну как замечательно смотрятся комбинезоны. Все-то в них хорошо, все-то красиво, все-то прекрасно, все-то стильно, все-то модно. Но как я представлю, что я вдруг где-то захотела по нужде, и вот вы представьте, какое мучение мне вообще, пока я все это сниму, это, конечно, в общем, ужас, ужас, ужасно, неудобно. Что-то ребята придумали бы, чтобы это было как-то более просто. Это же практически нужно весь его снять, представляете? Мне все-таки кажется, что одежда должна быть прежде всего удобной, а уже потом какой-то красивой или модной. А вот этот образ мне понравился. Я не знаю, пошел бы он мне по цвету, но сам образ мне симпатичен. А как вам такое симпатичное пончо? С обычными узкими брючками, сочетающимися по цвету. Очень здорово с этим пончо. В общем, мне понравился образ. А вот предыдущий образ и этот образ меня не устраивает тем, что здесь используется из очень тонкого трикотажа верх. Я сейчас решила отказаться от него, потому что уже не тот у меня возраст, чтобы подчеркивать все свои достоинства. В основном одни недостатки, поэтому не стоит их подчеркивать. А вот как в этом случае, либо плотный трикотаж, либо оверсайз использую с удовольствием. Ну, а в этом образе я бы, наверное, заменила брючки трикотажные из этого тонкого, такого же трикотажа на более плотные или более широкие, или, наоборот, классические. Все-таки как здорово смотрится яркий лимонный цвет. Ну, очень он украшает любую женщину, что блондинку, что брюнетку, любую. Смотрится очень достойно. Ну, это, девочки, я примеряю как бы на себя мысленно. Ну, а вы же все разные, поэтому и вкус у вас разный, и телосложение у нас у всех разное. В зависимости от ваших предпочтений выбирайте сами. Как, например, вот этот. Вот кто-то сочтет, что это ниток кому-то не хватило, а мне так, например, и нравится. Ну, а в этом черно-желтом образе я, конечно, низ бы сняла, заменила его на черные брючки, а так симпатично. А в этом образе мне понравилось абсолютно все, начиная с цвета и заканчивая фасоном. И обратите ваше внимание, как интересно пошит в стиле оверсайз вверх. Это замечательно будет смотреться на любой женщине с любым размером. Thank you.
Конечно же, стиль Бохо невозможно себе представить без крупных аксессуаров, ярких, гармонично сочетающихся той или иной одеждой. Их, как правило, много, они, как правило, крупные, бросаются в глаза. Но мне это нравится. Не знаю, как вам, мне это нравится, и я не вижу в этом ничего отрицательного, если они очень хорошо сочетаются со всем остальным в образе. Кстати, девочки, следом за этим видео выйдет долгожданное видео о ваших работах, которые вы выложили в группе ВКонтакте, и там будет такая бахиня, которая составляла сама себе образы очень интересные. Вы с ней познакомитесь, увидите составленные ею образы. Кстати, все, кто спрашивал, что Бохо не идет там полненьким, то она не такая худая, как Дейл, но при этом очень интересные образы заставляет, и они ей очень идут. Постарайтесь не пропустить это видео, и вы увидите, как человек, который захотел быть бахиней, ею стал, и какие замечательные образы она сама себе придумывает. А также там вы увидите такое разнообразие рукоделия, рукодельных работ, где вы сможете вдохновиться и, возможно, какое-то из видов рукоделия, если вы еще этим не занимаетесь, для себя выбрать и заняться этим. Так что не пропустите, скоро будет видео. Не знаю, как у вас, а у нас уже птицы заливаются, резко наступило, минуя весну, лето, все распускается. Хочется принарядиться, поэтому я вам рекомендую уже сейчас, если у вас еще не настала весна и лето, порыться в своих сундучках, закромах, достать какие-то интересные вещички и попробовать посоставлять идущие вам, которые вам нравятся, идут образы в стиле Бохо. Ну, если вы бахиня, если нет, то просто образы стильные, украсив их какими-то крупными украшениями, неважно, сколько они стоят, неважно, от какого они дизайнера, или сделанные своими руками, или вообще стоят копейки. Главное, что они гармонично смотрятся с вашим образом. Вот попробуйте, а потом удивитесь своим образом кого-то из соседей или родственников близких, или знакомых, или друзей. Ну, просто покажитесь в этом образе им, и вы увидите реакцию. И самое главное, вы должны сами себе нравиться в этом образе. И тогда у вас будет настроение замечательно, и тогда вас будут воспринимать все окружающие так, как нужно. Вы будете сиять изнутри, и этот образ вам будет идти. Вот попробуйте, попробуйте, а потом мне напишите, права я была или нет. На всю жизнь я запомнила такую историю. В годы перестройки ко мне в гости пришли мои друзья, муж и жена. На то время, конечно, я была молодая, и они были молодые. И вот сидим мы за столом за общим, и я слышу следующее. «Таня, посмотри, какие я Людочке подарил клипсы». А я вижу обычные пластмассовые однотонные клипсы, сейчас даже не вспомню, какого они были цвета, белого ли, синего ли, красного. Ну, просто кругляшка клипсина, которая ни о чем. И тогда жена его, Людочка, говорит: «Сашенька, мне на последние деньги, получив премию и зарплату, купил, это же...» И называет мне фамилию очень крупного, очень известного, очень дорогого дизайнера. Я надеюсь, вы поняли, что не нужно делать глупостей в своей жизни, тратить огромные деньги на какую-то ерунду, которую, ну, никто не заметит. Девочки, надеюсь, вам понравились образы от Дейл. Буду ждать с нетерпением ваши комментарии. Если вы рукодельницы, есть вам чем поделиться, есть группа ВКонтакте, так и называется, Тэффи Германия, ссылочка под каждым видео есть. Заходите, выкладывайте свои работы. Не забывайте про плейлисты, в которых собрано все по темам. Если вы попали на мой канал впервые и вдруг вам да понравилось, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик. Ну, если понравилось, так поставьте пальчик вверх и поделитесь в соцсетях. Будьте все здоровы, берегите себя, своих близких. И до новых встреч на моем канале!